По образованию я социальный педагог, психолог. Выучился в Волгограде, недавно переехал в Санкт-Петербург. Работу найти, как оказалось, не так просто. По моей специальности зарплата небольшая, а работа в школе, и, казалось бы, проблем с трудоустройством быть не должно. Но везде требуется опыт, которого у меня нет. Да и к тому же, после прошедшей самоизоляции и в страхе перед следующей, все ломанулись в бюджетной организации. Вот недавно меня пригласили в одну организацию на должность менеджера по подбору персонала. Не то, что я хотел, но на время работа пойдет, и деньги все равно нужны. Как оказалось, там нужно не подбирать персонал, а искать людской рабочий материал в крупные сети кафе фастфуда. На данный момент главный заказчик аутсорсинговой компании – Burger King. Платят чуть больше, чем ничего, 95 рублей в час. Если тебе повезло, и ты из Белоруссии или России, а не из Таджикистана, то 125 или около того. Потом могут повысить. В размещаемых объявлениях, суточное количество которых должно составлять не менее 50, заработок указывается 40 тысяч рублей. Но не обговаривается, что это зарплата на самой высокой ставке, если ты родился в нужной стране и отработал на повышение, и при графике 7 дней в неделю по 12 рабочих часов. Заманивают рабочей формой, питанием, работая рядом с домом. Мне очень жаль было слушать таджика, который пришел увольняться по семейным обстоятельствам и рассказывал, что уже с февраля работает по 10 часов и получает в районе 1000 рублей за смену. Повышать не хотят, менеджеры дружно уговаривали его остаться, ведь грядет вторая волна коронавируса, и, может быть, его не сократят, если будет хорошим сотрудником. Но мужичок ушел. И ребята, как только закрылась дверь, принялись обсуждать, что завтра они займутся оформлением документов с целью, чтобы Узбекистан предоставил им после открытия границ в особо крупном размере рабов. Прозвучало именно это слово «рабов». Дальше смех и поправка «сотрудников». Как раз вот это слово у меня и вертелось в голове, пока я сидел за компьютером, размещал новые объявления и думал, что, наверное, не смогу тут работать, не смогу по этическим соображениям. И как это делают они? Как они себя уговаривают этим заниматься? Они и не уговаривают, они просто продают вакансии, продают людей, продают рабов. И называют они все это своими словами, как только закрывается дверь. И думают, где бы и как закупить рабов побольше. Капитализм расчеловечивает. Сколько раз я слышал это из ваших роликов, из роликов Клима Жукова и остальных. И только сейчас, столкнувшись лицом к лицу с этим, понял, что это действительно так. К моему сожалению, я не влез на стол, не скинул ногой монитор, не объяснил всем, что это аморально считать других людей рабами. Обманывать и продавать их тоже аморально. Никакой агитации и пропаганды не случилось. Я просто встал и ушел. Я сказал, что работа не для меня. А про себя подумал, что такой работы вообще не должно быть. Не должно быть такой работы в здоровом обществе.